Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 21 июля 2020 года. Это небольшая зарисовка, я так полагаю, очередная небольшая зарисовка, потому что мне присылают очень много информации, много интересных мыслей, в том числе вдогонку по моим собственным исследованиям, расследованиям. И вот этот комментарий по поводу клипа Бритни Спирс «Ты хочешь кусочек меня». Я посмотрела это видео и разобрала его по косточкам. Это как бы в продолжении темы «Пицца Гейт» или расшифровки рекламы пиццы Горбачевым. У меня есть ролик на канале, посмотрите. Там действительно очень много этой символики о том, что Горбачев привез в нашу страну пиццу Гейт, так называемую. То есть раскрыл, дал широкую дорогу педофилам. И они его за это чествуют, и элита Голливуд любит Горбачева на Западе именно за это, а не за что-то другое, не за то, что он развалил Советский Союз, а именно вот за педофилию, за трафик детей, насколько я понимаю. И вот кто-то из моих зрителей обратил внимание на клип Бритни Спирс «Ты хочешь кусочек меня», само название «Ты хочешь кусочек меня» уже такой вот оно каннибализмом отдает, поскольку эти извращенцы, они и едят еще этих младенцев, бедных, несчастных, они их и пытают, и мучают, и еще и едят, и кровь пьют буквально, то есть это не метафора. Но я хочу сказать, что в данном ролике эта символика есть, но ее довольно мало. По всей видимости, чтобы ее совсем не было, наверное, так не получится ни у кого. Возможно, Бритни Спирс не самая неактивная участница всех этих ритуалов, возможно, она вообще не участница, но то, что любая звезда, так называемая звезда, которая где-то там сходит и восходит, и которой дают возможность славу, деньги развиваться, раскручивает ее везде на всех каналах, она, конечно, должна быть соучастницей, она должна быть причастна, иначе их просто не пустят на эстраду. То есть таких вот белых и пушистых, честных и порядочных людей на сегодняшний момент, богатых просто нет. Что бы там кто ни говорил, что это зависть, не зависть, нет. Так устроен сегодняшний мир, что миром правят сатанисты, и это сегодня уже открыто. Открыто говорится в интернете. Я Америку никакую не открываю. Соответственно, и у Бритни Спирс она не могла обойти этот момент. И давайте посмотрим несколько фрагментов, которые я заметила в этом ролике. Суть ролика в том, что бедной девушке, вот звезде этой Бритни Спирс, ну или любой какой-то звезде в шоу-бизнесе, что ей, бедняжке, хода нет нигде от этих папарацци. Кругом они, вот и их вспышки камер, кругом эти вспышки камер. И кругом, даже в туалете они. Спрятаться девушкам бедным негде. Конечно, если рассматривать без звука, я его смотрю без звука, мне смешно это на все смотреть, думаю, и что здесь такого звездного? И вообще, где тут эти звезды? Я смотрю на этих девушек, они довольно корявые, у них некрасивые формы ног. У наших девушек гораздо все интереснее. Но даже для такой звезды, как Бритни Спирс, не могли найти более подходящих каких-то девиц поинтереснее, посимпатичнее. Что уж там такое совсем, это самое, нету никого приличных девушек. Всех извели на адренохром с младенчества, по всей видимости. Ну, конечно, это все пошлятина. Все эти там, ну, даже не то, что там танцульки, даже секса-то никакого не видно. Уж прям какой-то сексапильности здесь у них нету. Просто девахи, ну, посмотрите на них. Какие, в общем-то, так себе. Это все раскрученное из грязи в князи все эти звездочки. Вот если не смотреть звук, не ставить звук, ритм, долбёж этот по мозгам, и смотреть просто видео, что вот глаза видят, то ты видишь, что это чистой воды мошенничество. Нет здесь никакой красоты, культуры, уж культуры и подавно. Нет здесь ничего вот такого, что, за что можно было бы кричать, за что можно было вот этим папарацци куда-то там бегать. Все это для людей, все это спектакль для людей. Вот они там бегают за ними, за этими звездочками, и деться им некуда. Все это раскручивается на пустом совершенно месте. Как сумасшествие. Ну, в принципе, они есть, в общем-то, отчасти, наверное, сумасшедшие. Вот если смотреть, не предвзято.
Итак, зрители моего канала обратили внимание, что здесь появляются и черные шапки, и красные шапки. Действительно, здесь мелькает вот эта вот дама. Совершенно не кстати, казалось бы, но ее все-таки впихивают. Причем это происходит буквально доли секунд. Вы сами видели, что я порой даже не могу этот кадр поймать. Вот он мелькает, да, попробую на него его поймать очень сложно. Вот, никак. Это все буквально какие-то там доли секунды. Здесь действительно есть 25-е кадры и один 25-й кадр, который якобы в момент вспышки вот этих папарацци, там есть интересные вещи. Сейчас мы это все посмотрим. Итак, вот где-то с этого момента девушки спускаются вот в черных шляпках. Кстати, черные шляпки и красные шляпки. Они спускаются вниз, ну как бы прячутся. Там среди них должна быть Бритни Спирс, вот так они маскируются. И дальше показан вот с этого момента папарацци и лифт. И вот здесь есть 25-й кадр, который я еле-еле смогла уловить. Потом все-таки засняла и сделала растяжку, увеличила время, растянула его. И мы увидели, сейчас мы посмотрим этот 25-й кадр. Потому что его вот так поймать его невозможно. Вы видите, я прохожу, вы ничего не видите, кроме... Вот этих моментов, да, а здесь есть 25-й кадр. Вот я пытаюсь поймать, и никак, и нету его, а он есть. Я уловила его буквально, я не знаю, там, боковым зрением. Итак, опа, вот оно. Еще показываю, сейчас разберем. Вот, зафиксировала эту вспышку, 25-й кадр, который не виден в ролике. Они просто едут в лифте, в темном лифте, в котором здесь ничего нет и здесь ничего нет. Тем не менее, вот во время такой вспышки мы видим нечто похожее на петлю. И вот плохо, конечно, видно, но тем не менее, здесь, если разглядеть, вы можете сами это внимательно разглядеть, здесь проявляется какое-то здание, какая-то башня. Это вот то, что на 25-м кадре. А так все остальное, вот балка это, мужчины стоят, все как положено. Что здесь еще интересного? Здесь мне показался подозрительным фон, на котором она все время находится. Фон меняется. Идет граница, здесь голубое и красное. А здесь что-то типа змеиной кожи, которая постоянно в движении находится, как бы переливает. Все эти девицы тут бедные. Так опять она переливается. Вспышки. Папарацци, это сплетники. Ах, какие сплетники! Вот какие! Вот, посмотрите, лицо, обратите внимание. Вернее, как это даже лицом назвать нельзя. И вот на фоне гемоглобина красного. На фоне красного гемоглобина. Сейчас. Вот. Как будто бы на фоне гемоглобина. И на фоне синего гемоглобина. То есть купром OH. Который переводится иначе как Сион. Купром OH дважды, Сион 2. Я разбирала такую шутку, которая не всем понравилась в моем фильме. Не так страшен масон, как его сглаз. Посмотрите, это интересно. Вот там как раз купром OH, если читать по-русски, то это получается Сион. Это голубая кровь. А голубая кровь, она у нас у рептилий. Это голубой гемоглобин. И красный гемоглобин. И здесь у нее на фоне это все вот как-то смешивается, и сверху вот эта переливающаяся змеиная кожа. Что еще тут интересного? Вот. Еще то, что, посмотрите, скрыли руки. Руки у нее показывают козу. Вот закрыли их, эту козу. Еще она закрывает правый глаз. Я тоже ловила эти моменты, это все быстро. Вот змеиная кожа. И коза еще. Меч у нее здесь. Я сначала думала, что это крест католический, а потом оказалось, что это меч. Здесь у нее она в очках, как будто бы. А при вспышке правый глаз закрыт. Вот такие интересные моменты. Здесь открытые руки у девушек. Они идут в черных шляпках, как будто сдаются. Как будто сдаются. И вот на фоне гемоглобина. Здесь у нее ожерелье в виде обглоданной рыбы. Похожие так вот
на скелет чего-то обглоданного. И, ну, ненормальные они все люди. Опять она закрывает правый глаз. Опять вот этой рукой. Опять козы и красная шапка. Красные шапки у нас тут появляются. А папарацци у нас папоракетные. Вот как переводится. Папоракетные. Папарацци. Здесь вот еще коза скрыта. Вы сами видите, они просто в ролике это убрали. Ну, в общем-то, все, что я хотела вам сказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, учитесь разбирать эти символы. Знаете, это очень увлекательно, оказывается, эти ребусы, которые они тут закладывают нам. Они нас тренируют буквально на внимательность. Вот еще на ковре интересный узор такой. Я обратила внимание, вот эти девушки в черных шапочках спускаются, и там такой вот интересный узор на ковре. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Берегите себя.